Место будущего строительства учреждения образования осмотрел депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Он отметил подобное строительство шаг в развитии инфраструктуры поселка. Также в этот день депутат встретился с коллективом местной амбулатории. Учреждение в настоящее время проходит реконструкция. В дальнейшем в поселке запланировано открытие и нового корпуса поликлиники. Ну, самое главное, конечно, вопрос со вторым этажом. Да. Мы включены в программу на 2021 год. По развитию. На 20-й год попасть не удалось, да. Вот на первом этаже проведем ремонт. Ну, это в прошлый раз видео. И, конечно же, здание вот нового городка, войсковой части. Ну да, мы сейчас там были, с ним какая ситуация? В общем, там ситуация, мы находимся сейчас в экспертизе, да, то есть были выявлены недостатки. Эти недостатки проектная организация в течение 2 недель обещала устранить. Кроме того, Владимир Шапкин осмотрел улицу Юбилейную поселка Новый Городок. Здесь в ремонте нуждается ливневая система. Проблему обсудили вместе с жителями, обеспокоенными вопросом состояния ливневки. Временным решением может стать дренаж для водоотведения, но все же в перспективе реконструкция.